Все новинки ведущих производителей промышленного оборудования на одной площадке. Новейшие станки, передовые технологии в своих экспозициях представляют разработчики из Германии, Японии, Швейцарии, а также и крупнейшие российские предприятия. Впервые за несколько лет в промышленном салоне участвует АвтоВАЗ. Пришли студенты техникумов и институтов, просто атаковали нас с утра, даже с самого открытия этой выставки. И, в общем-то, чувствуется восторг и интерес к этим новым моделям. Под эгидой Центра инновационного развития и кластерных инициатив коллективным стендом представляют свои разработки инновационные предприятия Самарской области. Нам очень нужно и важно использовать эти знания, эти технологии на самарских предприятиях. Нам нужно быть конкурентоспособными ежедневно, ежечасно, идти в ногу со временем, потому что прогресс не стоит на месте. Ежегодно компания представляет новые разработки. Эти разработки, естественно, нужно абсолютно сейчас же внедрять. Наши самарские станкопроизводители сегодня держат конкурентный удар, держат его достойно и уверенно смотрят в свое будущее. Экономический потенциал Самары на сегодня внутри нашей страны оценивается как один из наиболее привлекательных. Выставка «Промышленный салон» будет работать до 30 сентября. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.